Школа механиков «Рольф» проехала по стране уже несколько тысяч километров и, наконец, добралась до Красноярска. Это бесплатный передвижной образовательный проект от производителя моторных масел из Германии, предназначенный для сотрудников автосервисов и продавцов смазочных материалов. Хотелось бы просто, как специалисту, больше знать о нем, да, понять, что за компания, откуда она свои корни взяла, чтобы, ну, более конкретно уже людям объяснять, рассказывать преимуществах этого масла. Школе механиков «Рольф» уже 4 года. В этот раз оборудованная мобильная аудитория побывает в 37 городах России. В каждом проведет по несколько семинаров. Эксперт проекта Евгений Дубовицкий признается, к сожалению, далеко не все автомеханики знают, как правильно подобрать масла и смазки для конкретной машины в зависимости от пробега, марки, особенностей эксплуатации. У нас в сибирском климате с экстремальными перепадами температуры эти вопросы особенно актуальны. Еще важнее не нарваться на подделку. Мы рассказываем про историю масел, мы рассказываем про их составы, про свойства, про то, как они производятся, на что влияют свойства масел, как смазываются различные узлы, какими способами и как правильно подобрать, конечно, смазочный материал. Мы рассказываем о том, как избежать попадания на контрафакт. Дело в том, что в нашей стране действительно можно попасть на контрафакт. Есть большой объем темного рынка в смазочных материалах. И мы учим людей делать так, чтобы не попадаться на уловки таких недобросовестных производителей. Каждый участник семинара получает подарки от компании «Рольф», а также сертификат о прохождении тренинга.